Чё оно это, там, живое? Да фиг знает, чё-то не шевелится, иди глянь. А чё я-то, почему ты я-то? Ты теперь козёл, ты мужик должен быть смелый. Нет, ты мамаша, давай, ты да иди. Да чё, блин, давай, иди, 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 иди. Ну чё, блин, пошли вместе. Эй, ты куда это ты навылился, шустряга? Мне на работу надо, суперсрочно. Чао-какао. Бросаешь меня, скотина, с этим кровососом! Он мне еще в роддоме чуть полсички не откусил! Скотина! Не мое собачье дело. Дело мужика мамонтов стругать. Бай-бай, наслаждайся. Так, ну, что делать-то? Юный хмырь вроде дрыхнет без задних ног. О, идея! Дай-ка я какой-нибудь нехилый супец забабахаю порадовать своего самца-засранца, раз уж я такая домохозяйка вся отчаянная! Блин, знал ли я когда-нибудь, что сидеть на работе может быть так клёво, а? Да? Эй, самец-добытчик, ну чё, нарыл корнеплоды? Давай возвращайся! Я тебе тут супец забабахал, прикинь, у тебя обед хозяйственный, а? Я. Ну чё, давай, где твоё произведение кулинарного искусства? Ты голодный, блин, как скотина. Весь день так вкалывал. Чё, вколол в результате-то? Чё это? О, это, понимаешь, братыковый супец. Нежность. Правильно я произношу? Да, почти надо, с большим напором моей. Нежность. Ладно, давай, хоры прикалываться, давай лопай. Скажи потом, как оно? Из тыквы, из брюквы. Что это? Фига себе говнище! Ничего хуже в своей жизни не пробовал. Бля, фу! Фу, бля, ну чё, как супчик? Чё это за улыбальник? Супчик, супчик, да, опупенный супчик, а просто опупенный. Обожраться и не жить. По чесноку? По самому чесночному чесноку, гений ты просто кулинарных мастеров дел. Это. Ну так ешь? Да, я сейчас, ох, я навернул сейчас, эх. Ща, я пописываю, подожди. Лохматый, придумай что-нибудь, блин, я не могу из туалета выйти. Писун, слышь, лохматый только что звонил, говорит, застрял где-то там в крутильных дверях. Можешь ему сбегать помочь? То изнасилует его кто-нибудь там. Это ты суперски придумал про крутильные двери, лохматый. Хрюндель, ну, а то я прям не знал, что делать, что и сказать нельзя, ведь расстроиться, плакать будет. Подожди, помоги. Есть такое говнище вообще никак. Поддерни ты меня, поддерни. Что теперь делать, даже не знаю. Поддерни, я тут и правда же застрял. Ну, прям хоть домой не ходи, Ростер все время мне будет его готовить. Поддерни меня, я правда же застрял, ты крутильные двери эти тут, понимаешь, тут подоставили. Не знаю, блин, ладно, спасибо, лохмат, пока. Эй, стой, ну куда пошел-то? Ну, кто-нибудь, прохожий, нет у вас барсучьего жира случайно? Чё ж придумать-то такого, блин, а? Чтоб не жрать эту борду. Чё придумать? Что ж такого придумать-то? Чё придумать? Ну чё, как дела? Да ничего, нормально. Ну, и какие у нас планы? Да так, вот. Писаю, как и вы. Слушай, я тебе попозже перезвоню, ладно? Тут какой-то идиот в соседней кабинке отвечает на все вопросы, которые я тебе задаю. О, явление Христа народу. Смотрите на него, что с тобой? Да вот, завязали мне зуб, завязали. Не могу теперь кусать. А как хочется, супчику. Так, ладно, мы спать, а ты там на коврике. Тыквенный суп. Тыквенность, блин. Нежность. Нет, какой-то другой. Блин, придется этот суп переваривать, чтобы можно было переваривать. Ирония. Алло, Ляська. Ну да, так я так и сделала. Короче, слушай сюда. С сегодняшнего дня в этом доме готовлю только я. Понятно? Потому что это мужское дело, на самом деле. Ладно, я пошел. Ну что, слышала? Вот так надо делать, учись. Потому что нефиг. Патриархат отменили миллион лет назад. Чего? А, ну, тухлые яйца, там, вареный лук и немножко фейри.
До сих пор бегает, пузырится.